Красота российских женщин сводит с ума весь мир. В том числе это касается и наших спортсменок. Предлагаем узнать поближе самых обворожительных гимнасток, пловчих, теннисистку и гольфистку, которые в составе олимпийской сборной защищают честь нашей страны в Рио-де-Жанейро. Самые сексуальные российские звезды спорта на Олимпиаде в Рио. Сексапильная гольфистка Мария Балекоева обладает даром вдохновлять мужчин на подвиги. Не случайно она снималась топлес для журнала «Максим». В 2004 и 2006 годах Мария была удостоена звания лучшей гольфистки страны. Спортсменка замужем и воспитывает маленькую дочь. 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко – обладательница яркой внешности и потрясающей фигуры. Спортсменка счастлива в браке с бывшим прыгуном в воду Сергеем Аникиным. Еще одна обаятельная синхронистка – 6-кратная чемпионка мира Мария Шурочкина. Кстати, это сестра певицы Нюши. Будучи спортсменкой, Мария сводит с ума мужчин яркими фото в Инстаграм. Хрупкая длинноногая блондинка Яна Кудрявцева – 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики. А ведь ей всего 18 лет. Яна – дочь знаменитого пловца, олимпийского чемпиона 92 года Алексея Кудрявцева. Со спортом дружит с детства. За изящность и красоту ее прозвали «хрустальной девочкой». Еще одна эффектная брюнетка – Маргарита Мамун. 7-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и 4-кратная чемпионка Европы. Маргарита имеет экзотическое прозвище «Бенгальский тигр». Дело в том, что девушка наполовину бенгалка. Ее отец – морской инженер, родом из Бангладеш. Мама – российская гимнастка. Видимо, благодаря смешанию кровей и родилась такая экзотическая красотка. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 по плаванию на спине Анастасия Фесикова ничуть не стесняется яркой внешности. Девушка снялась в купальнике для мужского журнала Men's Health. Удивительно, но Настя тоже счастливая мамочка. Девушка вышла замуж за члена сборной России по плаванию Сергея Фесикова, и у пары родился сын. Одна из ведущих брасисток мира Юлия Ефимова – бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 4-кратная чемпионка мира и 3-кратная чемпионка Европы, а теперь уже и серебряный призер на 100-метровке брасом Олимпиады 2016. Юлия Ефимова – счастливая обладательница осиной талии и пышных бедер. Судя по фотографиям в Инстаграм, Юлия об этом хорошо знает и часто выставляет роскошные формы на показ. 18-летнюю красавицу из Омска Веру Бирюкову, гимнастку, мастера спорта и чемпионку Европы 2014 в групповых упражнениях, за большие глаза и тонкие черты лица поклонники называют «неземная», «необычная», «нездешняя». Дисквалификация Марии Шараповой – ощутимая потеря для нашей сборной. Но у нас есть и другие олимпийские надежды. Елена Веснина – теннисистка, блондинка и просто красавица. Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и бывшая третья ракетка мира в парном разряде. Елена играет в теннис с 7 лет и считает этот вид спорта своей жизнью. А как она держит ракетку? Глаз не оторвать. Алия Мустафина – олимпийская чемпионка 2012 года в упражнениях на брусьях, серебряный и 2-кратный бронзовый призер Олимпиады 2012 года, а также 3-кратная чемпионка мира и 3-кратная чемпионка Европы. Отец Алии стал бронзовым призером Олимпиады 1976 года в Монреале по греко-римской борьбе, так что воля к победе гимнастки, можно сказать, передалась в генах. Это далеко не весь список российских красавиц-спортсменок, принимающих участие в Олимпиаде 2016. Чего только стоят девушки наших сборных команд по гандболу и волейболу, а также сексапильные спортсменки в других видах спорта. Желаем всем российским спортсменам победы на Олимпиаде в Рио. Поддержим нашу сборную лайком. Подписывайтесь на канал, у нас много интересных роликов. Удачи!